Летают, наблюдаем птичек достаточно много, и своих, и чужих. То есть, ну, связываемся с командами, уточняем, где кто, где свой, где чужой. Вот, и команде отрабатываем, стараемся уничтожать все больше и больше, потому что бред это не очень сильно. Дух силен и никогда не падает, и никогда не упадет. Мы своим расчетом будем бить врага при любых обстоятельствах. Опыт своего рода большой, могу сказать, ребята много где побывали. Работаем активно, нет такого, то, что границы там не наблюдаются. 24 на 7 ведется работа. Если мы своего рода передыхаем, там передышка, другие работают. Нет такого, то, что кто-то не наблюдает. Во время работы, когда уезжаем, готовность, моя задача сориентировать машину, обнаружить цель, доложить, взять на АЭС, это уже начальник расчета, и все, доложить и уничтожить. Вот и все. Разные цели были, были беспилотники, были и ракеты, и СЗО. Но работаем.